Чем больше я сталкиваюсь с тем, как работает UFC, я просто в восторге. Надо умереть там на ринге, господи, да умру, пофиг вообще. Может, где-то подсознательно я не могу без драмы. Мне обязательно нужно какое-то вот преодоление какое-то, вот обязательно все вот, чтобы было так все тяжело, и вот я такой бах, и я вырвался оттуда. Я, возможно, один из лучших ударников в мире. Если у тебя нет поддержки, нет помощи, можно так гораздо быстрее сломаться. В первую очередь в этой жизни все зависит от тебя самого. То есть и от твоего, там, может быть, окружения, а не там вот там. Такая-то страна плохая, такие-то люди плохие. Мне уже 30 лет. И вот залазить в клетку, обниматься с другим полуголым мужиком, ну вот зачем мне это надо? Я могу тратить свое здоровье и при этом заработать 74 тысячи долларов за одну ночь. Сейчас я уже готов к всему. Амбиции я свои давно уже реализовал.